Быстро, экономно и красиво. В Твери открылось новое кирпичное производство. Его продукция уже завоевала популярность как среди простых граждан, так и среди строительных фирм. Причем за простоту работы с этими кирпичами их уже прозвали конструктором Лего. Частные дома стремительно набирают популярность. Все больше россиян хотят иметь собственное жилье. При этом многие, как непосредственно заказчики, так и строительные фирмы-подрядчики, сталкиваются с проблемой поиска качественных материалов для различных строительных работ. Эти вопросы не возникают перед теми, кто заказывает вот такие кирпичи. Их теперь выпускает в Твери известная компания «Рускирпич». По морозостойкости, по прочности и по своим функциональным возможностям наш материал выигрывает. Если мы берем прокладку коммуникаций, в нашем кирпиче можно сразу запроектировать, прокладывать коммуникации скрыто. На это не нужно ни тратить время дополнительно. Они будут все закрыты. Будет понимание, где и как они расположены. Особо стоит отметить, что по желанию заказчика кирпичи могут выпускаться фактически любых цветов. Кроме того, их можно сделать либо абсолютно гладкими, либо с имитацией необработанного камня. Причем разработчики таких кирпичей то ли в шутку, то ли всерьез называют их конструктором Лего. Эти кирпичи не просто так сравнивают с конструктором Лего. Вот смотрите, благодаря вот таким вот круглым шипам один кирпич легко вставляется в другой. Он очень, смотрите, фиксируется, даже вот рукой почти не сдвинуть. И благодаря этому стену из таких кирпичей может выкладывать даже непрофессионал. С новичками «Рускирпич» проводит инструктаж. А при необходимости готов обучить умению класть кирпич. В результате будущий домовладелец может сэкономить на профессиональных каменщиках. Но даже если он их наймет, то выиграет немало времени. Я возьму последний наш пример постройки двухэтажного дома. Бригада из 4 человек, 2 из которых каменщики и 2 подмастерья. Дом полностью с нуля, с фундамента возвели за месяц под крышу. А если учесть, что дом из такого кирпича не требует штукатурки и окрашивания, то получается приличная экономия как на строительстве в целом, так и на дальнейшей эксплуатации. Неудивительно, что вот эта продукция не успевает залеживаться на складе, а в компанию «Рускирпич» уже выстроилась солидная очередь из заказчиков. А чтобы вы сами оценили эту продукцию, приезжайте в Тверь по адресу Московский район, улица Бочкина, дом 17, или позвоните по телефону 8 920 155 17 16, 8 926 422 99 39.